сегодня снимаю видео. Здесь, короче. Знаешь, почему я в креативе? Да потому что, короче, сейчас объясню. Вы сейчас все просто. Это новое видео. Оно коротенькое будет. Смотри, что я нашел. Это что такое вообще? Интересно, кстати, почему здесь костер бесконечно горит? И сами здесь вещи, которые у меня просто в креативе даже нету. Откуда они? Откуда они? Вот. Там и туалет есть. Сейчас вам все покажу поподробней. Ну что, я вам показать могу. Так у меня... Ох, нормально все. Ну смотрите. Так это... Вот. Так, смотрите. Что это такое? Смотрите. Вот даже здесь есть вот такая полочка. Извините, так все. Смотрите, как красиво здесь все-таки. Что тут у нас есть? А, пойдем, короче, я туалет видел там где-то. Ну, туалет найти не составит никакого труда, это что такое? О, сундуки. Ну, в сундуках пусто везде. Правда, я чуть поломал тут все, короче. Знаете почему? Оно само ломалось. Ничего нужного там нет, двери поломались сами по себе. Я клянусь вам, ну... Почему-то здесь никак его. Опаньки. Смотрите. Здесь есть. И это еще можно купаться. Так, типа. О. Ничего не происходит, когда нажимаешь. Давайте поспим. Спи. Давай. Чего поспали? Ну почему-то. Вот обычно ломалась эта штука. Где? Напишите в комментариях, кто находил эту штуку вообще. Мне кажется, никто не находил, хотя точно кто-то находил. Потому что я один так не мог найти просто, чтобы мне так повезло, типа. Хотя уже миров 200 создал штук этих. Я в креативе. И что тут у нас? Креатив, мне кажется, даже лучше быть. Почему? Потому что... Ну, не знаю. Хотя я обычно хорошо играю. Как красиво. Что же такое? Так, вот тут, блин, дождь идет. Что делать? Ну хотя бы у меня камин есть. Он-то меня согреет. Сейчас посмотрю кино. Где у нас кино? Сейчас попьем. Так, иди-ка. Может, жителей создать? Привет, житель, привет, житель. Вы что такие радостные здесь? Со мной не соскучишься. А то тут у нас... Я 200 миров насоздавал тут. Не удивляйтесь, жители. Хотя кто это у него удивится? Кстати, посмотрите еще. Короче... Короче, там. Интересно, что будет, если... Вот. О, он загорается. То есть, мой меч, смотрите, вот сюда. Например.
Я что подожду? Давай типа вот так. Что это означает такое? А, вот с одного удара. И... Ну почти. Можно сказать, выиграл. Что ты такой мелкий? Ну мелкий, маленький, но удаленький. Эй, ты куда идешь? Вот это маленький, но удаленький. Что тут еще можно найти такого прикольного? И... А, это мы видели. Тут просто, короче, невозможно не запутаться. Почему? Потому что здесь такой дом огромный. Я сейчас вот куда бы ни залезла, житель сейчас выпрыгнет. Главное спрятаться. Здесь. Устроим. Надо миллион жителей создавать, значит, или что? Потому что дом же огромный. Вот надо его насоздавать. Получай. А что это за меч вообще? Это сильный? А это сильный? Нет. Да. Хотя за три удара уже зачарованными мечами можно. Надо много насоздавать жителей. Да ё-моё, тут жителей, конечно. Как я буду потом играть, когда... Это что такое? Я сейчас насоздаваю ещё там. Вообще-то, я собирался. Посмотрите, прикол. Пока. А что будет, если сделать, короче? Смотрите, я придумал. Ой. Тут ничего не сделаешь такого нормального. Смотрите, прикол. Короче, берем вот такую штуку. Сейчас. Короче. Смотрите, прикол. Ну. Житель сейчас зайдет сюда. И смотрите, прикол. Берем наковальню. Где наковальня? Хотя он сбежал, наверное, уже. Чего? Чего ты так сбежал быстро? Я тебе покажу, знаешь, повыше надо. Так, смотрите. Берем. Вот яйцо. И еще, значит, кидаем. И что ты мне сделаешь в креативе? Пойди подарочек. Нет. Ладно. Ты лови такой. Получить можешь уже поскорее. Есть идея, смотрите. Вот этот прикол. А, он... Вот прикол в чем. Вот это меч, конечно, зачарованный. И вот бы вам такой дать. Хотелось бы... Оп, придумал. Прикол. Берем двое. Хотя можно и трое засадить. И...
Что думаете? Ладно. Так. Стойте-ка. А вы не хотите? Так, вы выжили. Подписчики. Кто выиграет первый? Давайте посмотрим, кто останется. Проиграли все. Жаль. Дико. Так, 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 насадим вас. И штук 200. Ночное зрение кончается. Без ночного зрения никак здесь. Уже ночь. Чего так быстро? Чего житель так сидит? Ладно, сейчас приступим к выбыванию. Что думаете, я проиграю? Ну кто умер? Ну-ка получайте. Иди-ка. Ах ты ж маленький. Чё ты так выживаешь долго? Он с такой высоты сейчас тебе скину. Получай-ка. Ну, мне кажется, это последнее будет. Ну, конечно. С такой высоты все бы проиграли. Так, смотрите, короче. Смотрите. Иди туда. А. С такой высоты он сразу проигрывает автоматически. Ну, конечно. Но сейчас интересный момент будет. Все-таки как он выиграет? На такой высоте ей будет, что ему все. Все, пока. Ладно, всем пока, подписчик. С вами был Апельсин. Всем пока-пока.